Привет, друзья, и я рад приветствовать вас на канале Вот как книга была лайка, а меня зовут Игорь. И сегодня мы с вами поговорим про Бакмана. Я уже как-то вам рассказывал, что у меня несколько предвзятое отношение к Бакману было, на основании того, что я наслушался про него, про его книги, про то, скажем так, что они делают с читателем. И я знакомство с Бакманом отодвигал и отодвигал. И думаю, ну, не знаю, что должно случиться, чтобы я наконец-то взялся за книги Бакмана. Но тут... Вышла его новая книга Тревожные люди. И я думаю, ну, может быть, стоит уже наконец-то познакомиться с Бакманом. А, и недолго думая, с чего начать, я взялся за его вот этот вот последний вышедший на русском языке роман. Тревожные люди. В итоге я его прочитал и мне не понравилось совершенно. Меня никак абсолютно не впечатлило происходящее здесь. И все здесь у нас начинается с того, что происходит захват заложников, и у нас человек случайно, буквально образом попадает в квартиру, в которой проходил смотр перед покупкой, там было несколько не связанных между собой людей, которые пришли посмотреть на эту квартиру, но в итоге они все оказались заложниками. И у нас получается здесь замкнутое пространство, ограниченный набор персонажей, и все, собственно. И я думаю, и поначалу вот мне казалось, что как интересно, это же очень похоже на мой любимый фильм поланский резня кстати если вдруг не смотрели фильм резня то советую его посмотреть мне он очень нравится я думаю ну наверняка будет что-то похожее и когда у нас а, замкнутое пространство когда у нас ограниченный набор персонажей и собственно ничего больше нет как правило сюжет у нас развивается за счет раскрытия этих персонажей и их какой-то трансформации и как правило в таких сюжетах у нас а, главные персонажи они выходят и к финалу уже не такими какими они были в начале но здесь, мне кажется, этого не произошло. Здесь, какой-то а, масштабной трансформации персонажей, раскрытия их я не увидел. Возможно, проблема в том, что этих персонажей слишком много. И чтобы каждого раскрыть, каждого как-то изменить, а, это потребовался какой-то более значительный объем, чем здесь. А, не знаю. Но по итогу для меня, вот с, чем, с чего началось, тема закончилась. И закончилось, знаете, каком-то. Фантазийном смысле, что ли, каком-то сказочном. Я не верю в такую концовку, а, потому что, ну, не знаю, мне кажется, от этой концовки веет а, чем-то инфантильным как каким-то. И, и сейчас вот мы узнали, что я не верю в людей и не верю в доброту. И считаю, как а, а, Гобс, по-моему, говорил, человек человеку волк. Мне такое мышление ближе. И поэтому вот эту вот а, доброту и милашество бакмана в этой книге я абсолютно не поверил. И по итогу прочтения этой книги я думаю, а вдруг черт не так страшен, как его малюют? И вдруг у него все примерно такое? И, может быть, я даже зря себя накручиваю, что, возможно, стоит его читать. Может, я сразу определюсь, что и не надо. И у меня был припасен цикл Бакмана "Медвежий угол" и "Мы против вас". И я думаю, ну, на волне как раз знакомства с этой книгой, я продолжу еще читать Бакмана и уже на основании этих двух книг э, сделаю какой-то вывод и решу, стоит ли его дальше мне читать или не стоит. И вот здесь случилась загвоздка. Которая <связывая> связана с тем, что эти две книги мне очень понравились. И насколько мне не понравилось это, настолько, даже, возможно, больше, мне понравился этот цикл Бакмана. Кстати, это у нас две книги, а я так понимаю, что и должно быть три, еще третья должна будет выйти, с которой я точно буду знакомиться. Итак, что касается сюжета, то он здесь достаточно прост в том плане, что у нас здесь маленький городок Бернстад, в котором, по сути, ничего не происходит, многие жители знакомы друг с другом, и единственное событие, Единственный праздник в этом городе это как раз хоккейные матчи. И во многом, как раз, все посвящено а, тому, что хоккей в этом маленьком городке возведен просто на какой-то божественный пьедестал. И если ты играешь в хоккей, то ты буквально звезда в этом городе, тебя все знают, тебя все любят и тебе способны многое простить. И вообще, а, мне кажется, что во многом художественная литература а, так или иначе связана с проработкой травм. one. И Бакману это удается, особенно в первой книге. И Медвежий угол для меня показался это больше, знаете, такой крик, реакция самого автора на а, проблему изнасилований. И как раз тема изнасилования у нас ключевая проблема первой книги, и здесь по сути все ей посвящено. И, ну, про помимо тому, самой проблемы общественной изнасилований, здесь еще проблема, скажем так, общественной слепоты. А, и эта книга вызывает бурю эмоций. Причем, как правило, негативных эмоций, и ты, когда читаешь ее, тебе становится не по себе, ты злишься, ты хочешь выехать в этот Бьернстад и просто разобраться с каждым жителем этого городка и донести ему, что он не прав, что на самом деле не так. И, кстати, помимо всего прочего, здесь еще интересно то, что помимо того, что Бакман обличает, скажем так, общественные пороки и как раз вот эту общественную слепоту, он еще показывает нам механику того, как это происходит, и у нас здесь буквально подробно, да, рассказывается о том, а как там сначала обезличивают жертву. То есть нам здесь рассказывается, как люди, даже подсознательно, они сами того не осознавая, как они шаг за шагом идут к тому, чтобы подтвердить свою веру во что-то, скажем так, ну то есть здесь в частности у нас здесь веру в невиновность того, кто совершил преступление и а, это, это очень интересно и это интересно посмотреть а, как раз вот со стороны и а, Бакману удается мастерски это преподнести. По итогу в процессе всего чтения книги "Медвежий угол" я очень злился, я бесился, но это, знаете, это те эмоции во многом ради которых я читаю, то есть а, и я даже когда в сторис рассказываю что как меня бесит здесь все происходящее, как я злюсь. И <laughs> люди не совсем понимали из-за чего, то есть из-за того, что книжка плохая, или там тебе не нравится. Нет, мне как раз у меня эти эмоции из-за того, что мне книга нравится, и она у меня а, вызывает как раз эти эмоции из-за того, что там написано, не из-за того, что как написано или что-то такое. А именно происходящее просто бурлит во мне. И это плюс этой книги. И это, знаете, это нужно уметь так писать, чтобы а, у автора, у читателя все так отдалось внутри. После того, как я закончил первую книгу, я сразу же взялся за книгу Мы против вас. Потому что вроде как а, финал первой книги обещал нам что-то получше, скажем так, какие-то изменения в положительную сторону. И я думаю, ну, надо узнать, что дальше будет. И я взялся за мы против вас. И здесь сразу Бакман наступает нам на больную мозоль, которую он сбаламутил первой книгой. И я думаю, ну как же так? Как же так? Вроде же что-то мы к... немножко какие-то положительные сдвиги у нас наблюдались, а здесь снова нет. Но оказывается, это не основная тема, не основная проблема этой книги. Что касается книги Мы против вас, она мне понравилась все-таки чуть больше, чем а, первая книга, потому что здесь у нас и событийная карта чуть более насыщенная, и здесь у нас больше такая спортивная драма получилась. То есть а, какие-то общественные пороки, общественные проблемы, конечно, у нас здесь есть, наблюдаются, и они всегда... Даже когда у нас больше повествования про хоккей, про сборы, про игру, все равно вот какие-то вот эти проблемы, они фоном у нас мелькают, и всегда они с нами присутствуют. И кроме того, эта книга мне еще понравилась тем, что все-таки как раз вот в этой книге Бакман нам показывает, что возможны изменения к лучшему. И то есть, например, если в «Медвежий угол» у нас положительными персонажами выступали здесь буквально... Буквально единицы, и это были какие-то, знаете, такие точечные люди, случайные буквально. То вот а, в мы против вас здесь уже как положительных персонажей мы можем рассматривать больше жителей э, этого Бьернстада и даже объединение этих жителей. И это не может не радовать. И вообще, в принципе, книга закончилась так, что мне кажется, что а, он как раз закончил ее тем самым светом в конце тоннеля. То есть, после, если вот после а, медвежьего угла у меня было все-таки немножко гнетущее впечатление, и знаете, и такое немножко апатии какой-то. То вот после второй книги у меня. У меня уже не было такого ощущения и мне уже было полегче и поприятнее как-то так что по итогу в книге мы против вас какая-то перспектива положительных изменений общества положительных изменений в сознании общества она здесь более считываемая и более явная. что касается популярности бакмана я немножко порассмышлял на эту тему и думаю что в частности вот этих книг я не буду ручаться за все книги бакмана потому что я другие его не читал но вот здесь мне кажется, популярность его обусловлена тем, что он как раз поднимает такие важные злободневные темы. И причем эти темы и проблемы, они мультинациональны. То есть это те проблемы, которые случаются во всех обществах, во всех странах. То есть это не какие-то такие точечные, например, как проблема расизма. Да? Например, для России проблема расизма это не то чтобы актуальная проблема. И мы, например, не совсем способны понять масштаб и глубину этой проблемы. А вот э, те проблемы, которые, про которые рассказывает Бакман, они нам понятны, и они, мне кажется, понятны каждому жителю о, вообще мира, всех стран. Кроме того, здесь еще вот эти две книги цикла, они очень однозначны в плане э, отношения к этим проблемам и в плане вот как раз понимания этих проблем. Потому что здесь у нас, э, как мне показалось, помимо главных действующих персонажей, помимо вот этих жителей да, у нас здесь еще есть один главный герой и это сам рассказчик, который нам повествует эту историю и он выступает со стороны и знаете так извне буквально нам поясняет и рассказывает, что же здесь на самом деле происходит, какое отношение читатель должен испытывать к этому и то есть когда ты читаешь книги вот эти две книги Бакмана у тебя не возникает сомнений на какую сторону встать, где истина, где правда, потому что здесь как раз вот этот рассказчик нам Буквально вдалбливать, что вот правильно так, истинно так, и тебе во многом не нужно даже размышлять на эти темы. И мне кажется, вот это вот как раз а, мультинациональность проблем и однозначность восприятия этих проблем, а, как раз, вот и обуславливают а, популярность Бакмана. Но это опять же на основании этих двух книг. Возможно, кроется что-то еще. А, о чем я еще пока не знаю. Кстати, а если вдруг у вас тоже есть какие-то мысли на эту тему, то обязательно пишите в комментарии. Мне будет очень интересно с ними познакомиться. Итак, по итогу зна моего знакомства с Бакманом. Тревожные люди мне не понравились. А нас, конечно, очень, 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 а, прямо, абсолютно вообще. А, и вот этот цикл про жителей Бьернстада, «Медвежий угол» и «Мы против вас» мне очень понравились. И в итоге, какой вот сделать вывод по чтению Бакмана, я не понимаю. Потому что, ну, я определенно точно буду читать третью часть этого цикла. Но другие книги, опять же, вот э, там что-то бабушки, кланяться, дедушки, <laughs> какие-то такие у него книги. Но что-то у меня пока не появилось желание читать их. Я думаю, что я, наверное, вот пока с Бакманом остановлюсь только на этом цикле. Буду читать его продолжение. А другие его книги пока я все-таки, наверное, э, задвину в долгий ящик, скажем так. И пока с ними знакомиться не буду. А, но, друзья, эти две книги, они прекрасны, мне очень понравились, они вызывают эмоции, они э, возбуждают, скажем так, они э, злят, и это круто, это нужно так уметь писать, опять же повторюсь, чтобы у читателя все эти эмоции возникали и чтобы э, читатель буквально сам хотел физически присутствовать в этом сюжете, который пишет автор. И это очень здорово, мне это очень понравилось. Ну что, друзья, мне будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу Бакмана, по поводу тех книг, которые вы у него читали или планируете прочитать. Так что пишите это все в комментариях, я обязательно все это прочитаю и до новых встреч. До новых видео. Пока.